Марину перед Торжком в сторону Питера. Ремонт идет. Он посередине выгрызли. Выгрызли две полосы туда и обратно. По полосе. Выгрызли. Асфальт. Все, начинается полоса ремонта. Надо быть к этому готовым. Миронежья называется. Здесь вот отбойник собираются ставить. Вон они там. Сделали специальные эти такие полозья. Какой-то тормоз, блин. 66. Ё-моё, ну разгонись ты, ёж ты. И мои. Слов нету просто. Я как патриотик. Это, короче, плата. Если бы не знаю, видно будет, нет. Это уже за Торжком, если в сторону Питера, туда, за Торжком, платка. Домославль, в общем, здесь такая трэшовая дорога. Она узкая, блин, тут надо смотреть, чтобы зеркалами не треснуться друг от друга. И чтобы еще и по обочине и колесами не поездить. Такая ситуация. Тверская область. В России, как в Италии, на знаке, на ремонт, если знак 50, никто 50 не едет. Все несутся, не сбавляя скорость. Туда, кстати, даже 70 знак стоит, охренеть. Там делают, блин, 50, 70, потом 50, потом 40. Ну, в общем, какая-то вообще тут белиберда. В России такие брутальные отбойники. Были там бетонные блоки, сейчас вот такие пошли. Пластиковые, еще с мешками, с песком. Перед Торжком, ой, каким Торжком, перед Вышним Волочком, вот такая вот дорога, тоже, ну у них-то пошире будет дорожка, а у нас поуже, тоже надо смотреть в оба, вон экскаватор улетел, вон экскаватор, как пиздец, завалился нахрен. Так вот едешь, потом с ветерком, потом попадается какой-то укурок, блин, который едет 54, блин, и вот ты что, совсем что ли, можно ехать 75 спокойно, он даже этот показывает вашу скорость 74, кому-то там, не мне, и это зелененькая,